Следственный комитет выясняет причины гибели школьника в селе Подомском. 16-летний подросток после соревнований по баскетболу прямо во время церемонии награждения потерял сознание. Спасти юного спортсмена не удалось. Подробности у Дмитрия Ковалева. Первенство Омского района по баскетболу среди старшеклассников закончилось трагедией. Во время награждения один из учеников потерял сознание. Ни медсестра, которая была на соревнованиях, ни врачи местной больницы оказать ему помощь не смогли. Спустя пару часов после матча 16-летний подросток умер. Парень, говорят, в школе совсем недавно увлекся баскетболом. На этих соревнованиях был запасным игроком. Провел на площадке не более 10 минут, говорит тренер школьной команды. По виду он как бы не устал, сильно не вспотел. Не было такого, что он там красный, распыленный, потому что он играл, говорю, мало. Как показала медицинская экспертиза, школьник скончался из-за врожденного сердечного заболевания. Педагоги уверяют, он никогда не жаловался на плохое самочувствие. Кроме того, мальчик уже давно занимался спортом, легкой атлетикой и дзюдо. Ездил даже на всероссийские соревнования. Проблемы с сердцем обнаружились за 2 недели до баскетбольного первенства. Когда дети проходили медосмотр в октябре, 27 октября они проходили, он лежал в больнице. У него был гайморит. Когда его выписали 27 октября, им сказали, что вам надо проконсультироваться с ним у кардиолога. Прием у врача был назначен на 18 ноября. Сейчас на месте работают следователи. Проверяют, была ли возможность предотвратить трагедию или спасти мальчика. Также будет в ходе проверки выяснено, должна ли машина скорой помощи дежурить во время соревнований. Как были и кем эти соревнования организованы. Известно, что они проводились между средними школами Омского района. И по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Следователи допросят очевидцев происшествия, родителей погибшего и медиков. Также выяснят, проводился ли медицинский осмотр перед соревнованиями. Но уже известно, что погибший школьник был допущен до занятий физкультурой. Дмитрий Ковалев, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.